Друзья, всем привет, с вами Клак Бенджи Клайф, наша жизнь на море, меня зовут Михаил, и сегодня я покажу вам еще один интересный ремонт. Ремонт не могу назвать эконом, но не могу назвать и премиум, он такой среднего сегмента. По стоимости получился, так как квартира 67 квадратных метров, достаточно большая и работы здесь было много, заказчику данный ремонт обошелся в 9 тысяч за квадратный метр. Очень интересное решение. Ремонт здесь производили буквально в течение 3 месяцев и сделали ремонт дистанционно и под ключ. То есть сейчас жду заказчика, и даже если он приедет в любое время, он сможет спокойно и принять душ после самолета и воспользоваться всем самым необходимым. Все работает, все подключено, все полностью функционирует. Осталось только завести некоторую мебель, вот, и устроить быт. Ну и традиционно начинаем с самого начала. Это прихожая. По всей площади квартиры на стенах кварц-виниловая плитка. Очень приятная на ощупь и не холодная, если сравнивать с керамической плиткой. То есть ногам может даже босиком бегать даже зимой. По всей площади квартиры установлен теплый пол. Здесь также установлен натяжной потолок, сатин. Это, в общем, достаточно такой интересный матовый потолок. Смотрите, интересное решение в плане светильников. Есть несколько режимов, то есть мы можем переключать, так скажем, ночной режим, вот такой вот дежурный режим, либо светят они в комбо режиме все вместе. В ближайшее время, после того, как заказчик уже заселится, он планирует установить здесь большой шкаф-купе белого цвета. Здесь планируется обувница и будет такой небольшой гардероб с вешалками. Стандартно установлен электрический щит. В общем, здесь точка подключения для домофона. И внизу у нас устанавливается щит слаботочки для интернета, для антенны и прочего. Достаточно просторный такой коридор, просторная прихожая. Данная квартира интересна тем, что здесь применены такие спокойные тона. Обои поклеены серого цвета с интересной текстурой. Установлены белые двери с доборами. Очень качественно выполнен монтаж дверей. Установлены коробки без единых щелей. Все очень качественно и вообще здорово смотрится. И отправляемся мы сейчас в спальню. Установили также здесь уже кронштейн для того, чтобы можно было повесить телевизор. По площади всей квартиры установлен матовый потолок. Здесь интересное такое решение было то, что основным светильником является люстра. И также дополнительно установлена подсветка в нише, где шторы. Установлен кондиционер, собрана уже двуспальная кровать с тумбой. Оклеены обои. В данной квартире комбинировано отопление, то есть здесь на всякий случай оставили настенные обогреватели и плюс еще есть теплые полы по всей площади квартиры. Также имеется выход на балкон. Очень интересным решением здесь, ну, во-первых, закрыли поликарбонатом решетку, как бы сделали ее частично глухой. Уложена керамическая плитка на пол, сделана гидроизоляция для того, чтобы не затекала вода в помещение. И здесь мы видим, имеем отличный вид на Мархозский хребет. Кстати, если сюда смотришь, вроде невысоко, а если вот так, то очень высоко. В данной квартире ремонт уже закончен полностью, и работы продолжатся через некоторое время, когда у заказчика появятся средства для заказа новой мебели. Квартира частично меблирована, то есть здесь установлено все самое необходимое для того, чтобы приехать, разложить свои вещи после дороги и
Воспользоваться кухней. На кухне установлен уже стол, установлена полностью вся бытовая техника, все самое необходимое, как вы видите, уже имеется. Так как в доме есть автономное отопление, именно газовый котел, то первой задачей было то, чтобы скрыть все трубы именно в пенале. Сделан пенал, убрали все трубы за подлицо, их не видно. Скрыли под фасадом газовый котел. Достаточно много места здесь осталось, поэтому здесь очень легко и провести ревизию, и ремонт, и осмотр. Все коммуникации уже убраны, здесь их не видно, и только за фасадами уже скрывается и коллекторная система, и подключение газа. А также из-за того, что в Геленджике достаточно жесткая вода, много извести, устанавливаются вот такие вот фильтры грубой очистки. Они спасают технику, значительно увеличивая свою службу, и вообще их легко менять. В данном случае поменять фильтры грубой очистки здесь особо не возникнет. На кухне уже установлена качественная фурнитура, которая позволяет двери спокойно закрываться, не хлопая. Очень интересным решением также еще было перенос остекления. Я расскажу. Застройщикам первоначально были остекления смонтированы посередине, вот здесь оно проходило, и поэтому здесь не было возможности выйти на балкон, даже пусть на такой маленький. Сейчас это остекление было сдвинуто немножко, сделаны небольшие доборы для того, чтобы скрыть все нюансы, и сейчас, по крайней мере, можно спокойно вот так вот встать и подышать свежим воздухом. Точно так же смонтированы окна и еще в комнате. В данной комнате также настелена кварц-виниловая плитка, оклеены обои серого тона, установлены уже светильники, установили сплит-систему, и также нас радует натяжной матовый потолок, который обошли багетом полиуретановым. Ну вот, наконец дошла очередь до санузла. Санузел здесь совмещенный, изготовлен самодельный душевой поддон и душевая кабина. Выполнена инсталляция, установлен гигиенический душ. В самой душевой кабине также имеется тропический душ. Вот такая вот замечательная стеклянная дверь, закрывающаяся. Очень интересное решение. Плитка здесь двух тонов. Потолки реечные. Реечные хромированные потолки. И так как заказчик попросил не запиливать под 45 градусов эти вот углы, потому что бывает со временем их задевают, поэтому он попросил здесь уже обойти хромированным уголком. Благо здесь он как раз пришелся весьма кстати и очень красиво выглядит. На самом деле плитка здесь двух тонов. Белая, черная, со снятой фаской, видите, такие, да, объемные, вот, а уже непосредственно в самой душевой кабине плитка обычная, двухкомпонентная. Установлена и подключена вся необходимая бытовая техника, то есть заказчик приедет, может пользоваться также стиральной машиной, всем самым необходимым, в общем, на его усмотрение. Друзья, если вы приехали в Геленджик на ПМЖ, либо хотите подготовить квартиру к сдаче, обращайтесь, мы сделаем вам качественный ремонт за вполне разумные деньги. Работаем также дистанционно, на все виды работ действует гарантия.
Как я уже сказал ранее, я работаю с несколькими ремонтными организациями, которыми знаком уже очень длительное время. Мне понравился данный ремонт. Если вам тоже, то звоните мне. Мой номер 8-928-424-8724. Меня зовут Михаил. Всем всего доброго. Всем пока.